Привет всем, меня зовут Николай Соколов. Сегодня мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой пассаж на основе легатной техники и применения тэппинга. Поехали. Как вы видите, ноты перед глазами, поэтому все очень удобно. И попробуем разобрать. Смотрите, у нас получается первую фразу мы играем. Пальцы играют у нас по инерции, то есть поэтому удобно всего сыграть именно этот ход так. Вот мы его сыграли. Затем ничего сложного нет. Дальше вы играете абсолютно тот же самый повтор, только начиная от четвертой струны пятого лада. Сыграли. Далее то же самое, абсолютно в таком же ритме мы играем вторая струна. Сыграли. И у нас получилась фраза. И далее начинаем использовать тэппинг. Переходим теперь на вторую струну. Здесь у нас получается, рука идет, переходим на вторую струну абсолютно такой же аппликатурой. Оп, перешли. И тэппинг играем на 18 ладу. Повторили его. Затем переходим на третью струну. И здесь у нас получается вообще зеркальная фраза. Здесь у нас широкая аппликатура. И обращаю ваше внимание на то, как мы играем, какими пальцами эту аппликатуру. То есть, в принципе, мы можем играть как безымянным пальцем, так и вторым пальцем. Но именно вот данную аппликатурную форму удобнее всего играть, когда по центру находится второй палец. Доиграли с вами до... Здесь обычные шаблоны, сложности вообще никакой нет. То есть мы сыграли. И после этого тэппинг переходит у нас с вами на 15 лад. Вот. Также здесь мы уходим левой рукой на шестую позицию. И точно такой же ход, как здесь играли. То есть получается большая терция и с промежуточной секундой. Начали играть. Потом переходим на четвертую струну. Сыграли ее. Теперь переходим на первую струну. Делаем скачок. И заново возвращаемся. То есть у нас степпинг получается такой же везде, на 15 ладу. Перешли на четвертую струну, на шестую струну и сделали слайд на третий лад. У нас получился ход. При желании этот ход можно также повторить и сыграть. Желаю вам успехов, тренировок, чтобы у вас все получалось. Пока!